то Бог велик, о Бог наш. Святі, моліть Бога за нас. У неділю ми з тобою, наш добрий друже, зустріли свято всіх святих. Це престольний праздник Миколаївської Всехсвятської церкви. Унікальність Всехсвятської церкви, що розташована на старому цвинтарі міста Миколаєва, полягає в тому, що побудована більше 200 років тому, вона ніколи не зачинялась, в ній ніколи не переривалась молитва за весь світ. І, можливо, і світ цей тримається молитвами, які летять до небес і підхоплюються всіма святими. Жизнь мира такова, що всі хочуть бути першими іноді. Но достатньо прикоснутися к откровению Божию, як все делается по мере веры человека. То что он верит в Господа нашего Иисуса Христа и свидетельствует о нем, как о Сыне Божьем, говорит Господь сегодня, то я всегда вижу на его, смотрю на его дело по его вере и делаю то, чтобы он был спасен. Потому что отвергися мне пред человеком, отвержен будет перед Отцем моим Небесным. Поэтому очень важно, чтобы мы, прежде всего, жили в вере Отца и Сына и Святого Духа. Жили в вере, как жили все святые угодники Божьи. Без этого нет причины, как бы жить по-церковному, жить благочестиво, жить для того, чтобы угодить Богу. Всі святі угодили Богу своїм життям, своїми подвигами, своїми стражданнями за Христа. Зрозуміти цю глибину неможливо, але віруюче серце відчуває благодать Божу і довіряє своє життя і життя своїх близьких святим угодникам, які предстательствують за нас перед Богом. В церкві всіх святих кожен православний християнин може знайти ікону свого святого і може відчути ту особливу атмосферу намоленого століттями місця. Під урочисті дзвони і сліпуче сяйво куполів і хрестів обходять православні Всехсвятську церкву хресною ходою, прославляючи Бога і всіх святих. Дорогі отці, браття і сестри, сердечно приветствую вас з престольним праздником всіх святих угодників Божих, просіявших Церкві Божій. Ізлю на всяку плоть Духа Своєго Святого, так сказав Господь у древньому пророчестві. І сьогодні ми бачимо плоди Духа Божого, які прозябли, которые возросли от силы в силу, и мы видим целые сонмы угодников Божьих, целый сон мучеников первых веков, преподобных отец, всех тех, которые пострадали за веру, всех тех последние времена, которые пришли и сказали: «Мы свидетели, что Христос – истинный Бог наш». Это самое главное сегодня. Ваше Високопреосвященство, дорогой Владыка, разрешите мне от имени духовенства и прихожан нашего храма в этот радостный день престольного праздника еще раз поздравить вас с этим праздником и поблагодарить вас за ваши труды, за ваши молитвы, за слова назидания и архипастырские благословения, за то, что мы имели в сегодняшний день возможность
под вашим святительським амафором прославить всіх святих угодників Божих і в їх ліце самого Бога, ібо дівен Бог во святих своїх. А після божественної літургії і хресної урочистої ходи на усіх, хто прийшов на престольне свято Всехсвятської церкви, чекав святковий обід. Хліб на столі, свято в душі, слава Богу за все! Після свята всіх святих наступної неділі Православна Церква встановила свято всіх святих в землі Руської просіявших. Все святые в земле русской просящих, сразу я немножко сделаю поправочку, поскольку многие будет смущать это слово, русских святых на Руси просиявших. Мы не разделяем, во-первых, по национальности святых наших. И Русь — это Киев, это Русь, Волынь — это Русь, Галицкие святые — это тоже наши русские святые, Киево-Печерские святые, Глинские святые, Одесские святые, наши Васильевские святые, мученики. Все это наши святые, и мы не можем говорить, что они какие-то другие. Поэтому, чтобы сконцентрировать внимание на наших, именно святых, праздновать наших святых, Иисусская Церковь постановила праздновать именно наших святых, русских святых, которые просияли на всей Святой Руси, которая была крещена нашим князем Владимиром Киевским, священным мучеником Владимиром, равноапостольным Владимиром. Как бы немножко, чтобы сконцентрировать этот праздник. Ну, наши родные святые — это Васильевские святые, священномученик Сергий, мученик Прохор и Кирилл, это священномученик Николай, первый наш мученик, настоятель храма Новофалеевского, Свято-Никольского храма. Мы знаем все киево-печерских, очень много святых, дальние, ближние пещеры, и мы их будем чествовать, почитать именно в этот день. Все святые, конечно, они общее объединяющее начало, поскольку Святая Церковь постановила праздновать тех людей, которые сумели именно пронести так веру, которая позволила им изменить себя и то действие Святого Духа, которое началось на святых апостолах и распространилось на всю Церковь в день Святой Пятидесятницы. Оно их изменило настолько, что они прославились великих святых, и сейчас даже за нас молятся. И при жизни они обильно делились этими дарами, и помогая людям молитвами, помогая людям советом, и вообще своей жизнью они светили, освещали, показывали пример той жизни, какая должна быть у всех православных людей. Мы получаем дар этого Духа Святого. У нас есть своя, у каждой Пятидесятница, это Святое Крещение. Но, к сожалению, мы часто не даем действовать этому дару, полученному в своем крещении, в себе, в течение всей жизни. Как бы закрываем его действие, возможность его действия полного своей жизнью, своими поступками, своим поведением, своим общением. Мало верим, слабо верим. Но нужно помнить, что основной смысл всей жизни человеческой – это вот именно стяжание Духа Святого. То есть мы настолько должны стараться жить, чтобы Дух Святой, один лиц Святой Троицы, и сам, то есть Господь, мог найти обиталище в нашей душе. Поэтому мы должны строить дом своей души, кирпичик по кирпичику. Это есть наши дела добрые, основание – это наша вера. Вот. И любовь – тот фундамент, который вот объединяет этот наш маленький домик. Чтобы Господь, поселившись там, начал нас изменять, поскольку мы своими силами не сможем в этом мире что-то изменить в себе только с помощью Божией. Мы только можем грешить. Это досталось нам, наша плоть, еще со дня рождения. Она изменена была еще в раю Адамом. То есть она, по сути, греховная. И поэтому и Господь дал нам такую возможность, прибегая к Нему, вот, привлекая Дух Святый в себя, самого Господа, изменять себя в этой жизни. Вот это основной смысл жизни человеческой. А мы стараемся почему-то укорениться именно в землю побольше, чтобы наши корни вошли. Не думаем о том, о тех плодах, которые должны быть сверху. Думаем о том, как бы нам подольше здесь побыть, поудобнее жить, безоблачно жить. Но так не получается. Приходит время, человек понимает, что все-таки все это временное, все это напрасные усилия, без помощи Божией невозможно нормально и счастливо прожить этой жизнью.
Святі угодники Божі своїм прикладом являють нам образ життя мирного і благочестивого, навчають нас любові і смирінню. В цьому році Православна Церква відзначила тисячоліття святих князів-страстотерпців Бориса і Гліба, які ціною власного життя не дали розгорітися вогню братовбивчої війни. Синов'я родопосильного князя Володимира, вони, щоб не було братоубійственної війни, оскільки їх браття претендували на княжія, они пожертвовали собой. Они знали, что их убьют, они знали, что готовится вот, страшная казнь для них. Но они понимали, если они подумают народ, который бы за ними пошел, то была бы кровавая братоубийственная война. Понимая это, они пожертвовали собой, безропотно приняли смерть от рук убийц, тем самым не дав возможность разгореться междоусобной брани. Тут пример того, как люди ради того, чтобы не было смертей, отдали свою жизнь. Несколько человек, то есть двое. Дай Бог, чтобы у нас вот это актуально для нашего времени, чтобы все понимали, что главное, чтобы был мир, не было войны, не было, брат на брата не шел, это самое главное. Тогда будет мир. Все святі в землі Руської просіявших, моліть Бога за нас.